помощью тяжелой техники и пристального внимания специалистов дорожное полотно прямо на глазах превращается в идеально ровное. Этот участок дороги в селе Золотуха, центральный, ведет к школе, а значит, людей и машин по ней перемещается много. Проект работ внушительный – 300 метров сплошного асфальтового покрытия. Выравнивающий слой вы сами видели, мы вчера положили. Сегодня мы слой уложим 5 сантиметров здесь. Сейчас произойдет проливка битумом, потом уже с КАМАЗы стоят с асфальтом, потом начнем асфальт откладывать. 174 тонны асфальта для того, чтобы к сельской школе был хороший проезд. Доступность к социально важным объектам, таким как школы, больницы и детские сады, стала основным критерием районной администрации при выборе участков дорог для ремонта. Поэтому в селе на стадии завершения еще одна щебеночная дорога, которая идет до Золотухинской участковой больницы. Здесь же базируются машины скорой помощи, для которых доступная дорога – просто необходимость. Такая же щебеночная дорога появилась и к еще одной больнице, которая находится в Волхунах и обслуживает жителей этого села, а также соседних Сокрутовки и Николаевки. В этом году 200 км улица Советская сделана. Жители давно хотели улучшить состояние дорожного полотна нашего села. Хочется, конечно, больше, чтобы было сделано, но люди довольны этим. В этом году дорожники также отремонтировали несколько участков дорог, ведущих в село, например, Успенку и Пироговку. Здесь появилось сплошное асфальтовое покрытие, по которому теперь и идти, и ехать приятно. В администрации МО Ахтубинский район был произведен ремонт автомобильной дороги, въезд в село Пироговку. Сплошное покрытие, асфальтное покрытие, сплошное, протяженностью 400 метров. Вот. Сам съезд с трассы мы оставили, не отремонтировали по той причине, потому что это не входит в наши полномочия, потому что по законодательству съезд с региональной дороги 20 метров от региональной дороги, это относится к региональной дороге. А это значит, что ремонтировать такой участок имеют право только регионалы, которые должны выполнить эту работу до конца текущего года. И если в Пироговку 20 метров асфальта не доложили, то в Копьяре, наоборот, переложили. Дополнительный заасфальтированный участок вызвал негодование местных. А все дело в том, что подрядчик, закончив запланированную часть дороги, так сказать, по доброте душевной, решил оставшимся материалом закатать площадку перед администрацией. Сделан это с нарушением технологий, более тонким слоем. Общественники же, забеспокоившись, что работы выполняются некачественно, подняли волну недовольства. А между тем, за укладкой дорог в Ахтубинском районе тщательно следят. Причем специальная организация, которая приезжает из Астрахани. Для того, чтобы проверить качество дорог, в своей работе специалисты безжалостны. Прямо в новом покрытии работники делают вырубки. Мы взяли образец покрытия асфальтобетонной смеси на данном участке дороги для дальнейшего проведения исследований и испытаний в лабораторных уже условиях. На два критерия будем проверять. Это средняя плотность асфальтобетонной смеси, то есть как его хорошо укатали асфальтоукладчики, и водонасыщение. Это будет уже показано именно качество самой асфальтобетонной смеси. Образцы будут проверены в лабораторных условиях. Если выяснится, что укладка асфальта проводилась не по технологиям, подрядчику необходимо будет переделать свою работу. А если все нормально, то он только устранит вырубку. В этом году в Копьяре ремонтируется два участка дорог. Один до школы уже готов и проверяется специалистами. Второй, основной, подрядчик еще делает. Пока уложены лишь участки картами. Между ними еще будет производиться ямочный ремонт. В целом же по селам за этот сезон ремонтируется порядка 10 километров дорог. Для сравнения, в прошлом году районная власть отремонтировала всего две дороги, потратив на дорожные работы около 3 миллионов рублей. В нынешнем году по поручению главы Ахтубинского района Алексея Кириллова работы проводились во всех населенных пунктах. Причем из 22,5 миллионов, потраченных только на ремонт сельских дорог, более 10 было выделено из местного бюджета. Укладка дорожного полотна картами, то есть сплошным покрытием, была произведена в селах Капустин-Яр, Успенка, Пироговка, Новониколаевка, Золотуха, Пологое Займище, Сокрутовка. В ближайшее время укладка нового асфальтового покрытия должна быть завершена в Батаевке. А вот щебеночные дороги в этом году появились в селе Золотуха, Удачная, Болхуны и Покровка. Дорог, которые нуждаются в ремонте, в селах много, но уже сегодня масштабная работа по их восстановлению положена. В будущем при поддержке руководства региона местные власти надеются увеличить финансирование на дорожные работы и более ударными темпами приводить в порядок районные дороги. Светлана Андарева, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.